Лунный монах представляет. Я помню пробуждение. Помню, как вокруг нас кипела жизнь. Помню единство, пока его не разрушило предательство. Помню бегство, чтобы он не получил, что хотел. Я больше не могу прятаться. Помоги мне, иначе всему конец. На протяжении веков мой дух обитал здесь, вдали от взора Саргероса. Но теперь он нашел меня и явился за моей силой. Время на исходе. Враг приближается. Подойдите, дети мои, и готовьтесь к последней битве. Приветствую вас, друзья! С вами Лунный Монах. Мы находимся на ПТР-сервере WoW Legion, патча 7.3. В данном видео я покажу вам механику боя Эонар, босса в новом рейде Анторус Пылающий Трон. Почему я считаю, что этот босс самый крутой в World of Warcraft? Именно потому, что у этого босса уникальная механика боя, чем-то напоминающая Tower Defense. Только вместо башен выступают игроки. Вам предстоит отражать атаки демонов с трех флангов и не подпускать их к Эонар. Всего есть три дорожки – средняя, нижняя и верхняя. Герои, демоны пытаются захватить мою сущность для своего повелителя. С каждой дорожки будут выходить демоны – обычные паки воинов, гончие скверны, сильные одиночные бойцы и маленькие големы, которые будут делать невидимыми тех, кто выходит из портала. Помимо этого, на каждой из дорожек будет появляться большой механический голем. Также, минуя все преграды, к душе Эонар будут прилетать летучие скверно-топыри. С повышением сложности рейда будет добавляться и новый трэш. Долго я не продержусь. Если Саргерос победит, все живое сгинет во тьме. Тактика боя проста. ДД и РДД должны быстро перемещаться между дорожек, уничтожая паки трэша и замедляя его. Танки должны агрить на себя больших големов, чтобы они не обстреливали Эонар, а хилы должны выступать в роли полевых медиков и метаться туда-сюда, чтобы всех подхиливать, так как рейд периодически будет обстреливать корабль Легиона. Суть боя – дать возможность Эонар накопить 4 раза полные столбы энергии, чтобы уничтожить корабль Легиона, и не дать Саргеросу поглотить ее душу. При накоплении полного столба жизненной силы Эонар выпускает разряд, который уничтожает всех демонов на всех линиях. Умоляю, не подпускайте демонов ко мне. Прочь, возвращайтесь к своему хозяину. Для наибольшей мобильности по линиям расположены джамп-стрелки, и также вам выдается способность, чтобы вы могли летать. К сожалению, спустя десяток траев нам не удалось спасти Эонар, и ее душу подчинил Саргерос. В очередной раз герои Азерота погубили мир. Час перерождения близок. Души готовы? Титаны все еще сопротивляются. Но это ненадолго. Одна из них все время ускользает. Без ее сущности нам не победить в этой мире. Эонар скоро явит себя. От меня ей не уйти, повелитель. После перерождения Пантеона ничто во вселенной не остановит Легион. Моя сила, ее остатки тают, я не смогу их остановить. Все кончено, моя жизнь подчинена Саргеросу.
Ну а на этом видео подошло к концу. Не забудьте оценить его, поставить колокольчик и подписаться на канал. С вами был Лунный Монах. Всем добра и позитива. До скорых встреч.